Часть 2. 11.11.9 выполнены работы на сумму 37 тысяч, а общая стоимость 56 500. А что ж тут делали? Установка ксионного оборудования, фары противотуманного света, замена габаритных ламп на светодиодные, замена стекла в двери, прокладка кабеля от адаптера iPod, бардачок автомобиля, замена воздушного фильтра сидений с климатической контролем, тонирование 4 стекол. Далее, что тут идет? Стекло на автомобиле переднее, правое. Стекло на автомобиль Lexus переднее, левое. Стекло на автомобиль Lexus заднее, левое. Компонент проводки с реле КП-01. Лампа ксионова такая-то. Блок балластный ALS. Угу. Воздушный фильтр сидений с климатическим контролем Альфа-02. Светодиодный лабиринт. Это у нас на машину. Еще раз посмотрим. Toyota LS 430. Вспоминаю. Это далекий год. Значит, что там получилось? У Lexus имеется такая болезнь со стеклами. Это стекло двойное. И вот между этими двойными стеклами вроде как грибок идет. То есть какая-то белая ерунда, вот похожая на грибок. Она начинается с небольшого участка, потом пойдем идет. И вот на этом Lexus как раз было три стекла таких. Вот. Я сначала понаблюдал, думала, ну, остановится. Нет, она так и росла. И поэтому мне пришлось их заменить. Три стекла. А сколько же эти стекла стоят? А цена 8400 рублей. Это переднее правое. Переднее левое почему-то 9100. Стекло на автомобиле Lexus заднее левое 8900. Далее, что я хотел вам сказать. Это то, что вот это ксеноново оборудование, лампы, я так думал, чтобы все это было светить и так далее, и тому подобное. И должен сказать со своего опыта, не устанавливайте никакого дополнительного осветительного оборудования на штатное. Толку никакого. Я немножечко поездил, ну сколько немножечко, ну допустим года там, по-моему, 2, ну может 3. Все это дело что-то заржавело, испортилось, и в итоге пришлось возвращаться к заводским всем этим настройкам и оборудованию. То есть я просто-напросто выбросил денежки на ветер. Вот я вас предостерегаю, так поступать не надо. Вот откуда и сумма набежала 56 500. Далее пошел 14.06.10 года. Lexus Лосиный остров. Техническое обслуживание пошло. Данные клиента. Строка 2. Тут столько всего. То есть это какое-то большое ТО. Номер модели. И к оплате с учетом скидки 76 600
17 рублей. Вот так вот. Это ТО было на сколько, интересно? ТО на 140 тысяч километров. Большое ТО. Отчет о регулировке автомобиля, углы, муглы и прочее, прочее. 09.04.10 года. На 16 444 рубля. Техническое обслуживание, проверка. Смотрим, это 12.10 за 12 год. Это автошины, 4 штуки я купил, на общую сумму 30 360. Договор хранения на колесах, то есть это та же фирма, в которой я все это дело купил. Хранение на год. Сумма 3960. Опять идет что-то у нас такое. Услуги частное лицо. Это 12 октября 2012 года. Здесь я индивидуальный предприниматель у кого-то делал, да? На сумму 2436 рублей. Планировка, утилизация шин. Что-то такое. 30 июня 2012 года. Хранение на колесах. Хранение обошлось 2640 рублей. Тринадцатый год. 21.06.13 года, регулировка автомобиля, 21.06.13 года, сумма 10 238. Контрольная карта технического обслуживания на 14.11.13 года. Так, дата 15.11.13 года. Сумма 80 112 рублей. Что-то такое. Проверка ТО на 200 000 километров. И пошло там снятие роликов, моликов. То есть это вы можете самостоятельно посмотреть, что тут делалось. Так, 15.07.13 года. Крепеж брызговика, снятие, установка парктроника. Итого 3360 рублей. 14.08.13 года 6089 рублей. 02.09.13 года 16230 рублей. Что тут такое? Снятие, уплотнитель передней двери или зажим, втулка рулевой колонки, снятие установка туманная фара, спойлер, крепеж, колпак, втулка, спойлер, право, крепеж, крепеж и все. Не того, вот такая вот сумма только. Опачки, набежала. 31.05.13, сумма 13209. Это ТО на 190 тысяч километров, пакет на весенний пакет. 14-й год. 14.01.14 года, сумма 43 316. Диск, колпак колесный, ковер, велюр, это я приобрел один диск дополнительный и коврики, количество один комплект.
То есть у меня коврики новенькие, велюрчик. Контроль пройден, класс такой, Motors Юг какой-то, так, адрес. Решил сделать в ростовском Лексусе. В ростовском Лексусе на 5296 рублей. Какие-то втулки, стабилизаторы, все такое. И все такое прочее. Это что такое? Счет, фактура. Опять Nikko Motors. Lexus, Аксайский район. 09.10.14 года. Стоп-кадр сделали и все рассмотрели, прочитали. Все, да? Все тут. Что тут у нас? Ух ты! Nikko Motors. Кстати, сейчас это ключ авто, в который я вот только что сделал ТО на джип и на этот Lexus. А это у нас начинается 16-й год. 8.10.16. Значит, тут мы наработали на 19.792 рубля. Даже больше, сумма цифрами 20.047 рублей. Сумма прописи. Регулировка автомобиля. Это у нас 08.10.16 года. 26 марта 16 года на 44.980 рублей. Это какая-то бумажка на 16.407 рублей. Так, 24 марта 16 года. Наверное, к этому. Года. А, вот она. Это у нас было 180 тысяч километров. Ремни и ролики были заменены. Моторы. Итого 16.407 рублей, да? Так, какая-то фиговинка. К оплате. На практически на 600 рублей. Что такое? Что такое куплено? 10 июня 16 года. Это какой-то на Поклонной горе автосервис Автоплюс. Обслуживание автомобиля. LS430. На сумму 65 тысяч. Значит, это было ТО какое-то. На монтаж, антибактериальная обработка. И везде плательщик Геннадий Петрович Малахов. Дальше у нас 17-й год идет. 17-й год. 31.03.17. Отчет о регулировке автомобиля. Здесь я уже изменил номера. То есть я ездил на номере 001, но потом я не оформлял автомобиль на себя. Купить купил, но оформлять не оформлял. Сказали, надо оформить на себя. Вот я его оформил на себя. И у меня номера получились другие. Те, которые сейчас. Так, Lexus на Синоостровский. Это еще к прежним относится. 19.11.16 года. ТО на 80 тысяч километров пакетно. Что-то такое на 80 тысяч. К
когда тут уже было гораздо больше. Если у нас 180 тысяч, тоже должен быть пробег еще указан. Смотрим, поставщик. Так, так, данные клиента Малахова, операционная каска, скидка. Так, Lexus, госномер, код модели ВИН. К оплате 48 501 рубль. Это еще 16-й год, 19-го, 11-го, 16-го года. Сумма к оплате 50 317 рублей. 19 ноября 16-го года. Ага, это я уже сказал. Далее, что тут я думал менять, что-то тут такое. Что хотелось поменять, это мне как раз показали чертеж, сколько это стоит. Это амортизаторы, да? Я их поменял. Поменял. Цена, значит, там по 80 тысяч, это 25 тысяч. Это я зеркало надо снимать. Так, за 16-й год это надо положить. Настает черед смотреть 17-й год. Итак, 17 мая 17 года на 34 950 рублей. Автоплюс. Это на Поклонной горе мне делали. 17-го. Lexus Lassin Островский. Это 16-й год еще. 16-й год. К оплате 32 371 рубль. Это 6-9-16 года. Lexus Lassin Островский. Выполнение технических работ. Остаток того. На 3979 рублей. Видите, за 17-й год что-то у меня маловато получилось. За 17-й год. И за 18-й год только что было сделано ТО на 260 тысячах километров. Это мне обошлось 12 718 рублей 19 копеек. Что там, фильтра поменяли, масло поменяли. И все в таком духе. То есть 18-й год. Вы можете посчитать расходы. А это еще расходы не все, которые были внесены. Где-то около миллиончика, а то чуть больше, было вложено в эту машину с самого начала. Купил ее в 2007 году, вернее не купил, а у меня был Mercedes S-класса 400, по-моему, 20-й лонг. И я его обменял на эту машину. То есть сказали, что она стоит миллион, за миллион забрали ту машину, эту мне отдали. И вот я на ней езжу. Потихоньку-полегоньку, как мне кажется, ее привел в порядок. В то время я работал как раз с 2006 по 2010 год. И даже, можно так сказать, по 2000, начало 2014 года работал на телевидении. Средства были. Сейчас, естественно, если какая-то будет серьезная поломка, увы, я это не сделаю. Но там кое-что еще не вошло. Потому что я заменил и
систему кондиционирования. Там два контура. И тот контур, который шел на холодильник, холодильник сзади, он был просто защеплен. Какая-то там течь или еще что-то там такое. И все. И так езди. Потом у меня навернулся компрессор кондиционера. Я его приобрел на Украине. Значит, компрессор кондиционера здесь мне насчитали где-то 70 с лишним тысяч. Ну, где-то там в районе 75, чуть больше, чуть меньше. А на Украине новый я приобрел где-то тысяч за, ну, 25 тоже плюс-минус. Туда-сюда там небольшая. И я поэтому заказал трубки новые. Трубочки мне доставили. И заменили полностью вот эту вот систему кондиционирования. Все работает. Холодильничек. Сзади обогрев, сзади охлаждение. То есть машина полностью в рабочем состоянии. Работает все, что должно работать. И все, что там есть. Ну, сейчас я думаю, когда все сделано, тем более я поменял амортизаторы, выхлопную систему, то есть то, что, знаете, давало различные там, так сказать, сбои в том году. То есть я думаю, что машина практически стала новая, хотя это, конечно, не так. Ну, посмотрим, как дальше будет. По крайней мере, кузов не поржавел нигде. Все, ну, повторяюсь, все работает. Я езжу мягко, хорошо, расход приемлемый. Машина набирает скорость достойно. Поэтому никаких у меня нареканий нет. Наоборот, я в эту машину, чем больше проходит времени, понимаю, надежный агрегат, я в нее влюбляюсь все больше и больше, как в старого верного друга LS 430 2002 года. Да.